Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Рамис лежит в больнице, позже расскажу. Всем привет, я Алакана. Или Авелон. Или ты нулевая. О, Алина Рина очень красивая девочка, боже. Господи, уже готова. Да. Угу, да. Дробоёб. Кто, блядь? А, сука! Кусаются только девочки. Так, я посмотрю обязательно все донаты после роликов, ребят. Не забывайте об этом. Спасибо. Осуждаем. За что? Стоп, за что? Осуждаем. Ой! Он в жизни, кто такой же? Стоя! Канал пушинг. Канал, канал. Ваншот. Мышка! Парни, он пиздит просто, он косой. Не, ну бывает. Больше, наверное, ничего не будет. Пипец, Юзи еще живой. Я Юзи еще смотрела, знаете, когда он делал трек Давакин, Давакин, на-на-на-на, Скайрим. Нихуя не понял. Йога, на-на-на-на-на, Last in Dream Time. А что играно? Помните это кто-нибудь вообще, нет? Перестись. Что это? Квест Про, кстати. Фу! Ребенок, блядь, как бы ребенок сделал. Фу! Сейчас он. Сейчас его когда тоже дотронется, да, это? А. Ну парень, конечно, носит типа такой. Дейте знак. Дейте. Денег надо говорить. Спасибо, Габен. Работает, блядь. Призраки донатят. Видали? Дайте денег. Сейчас за мной кто-то идет, по-моему. Ой, ой, мама родная. Вот, ребята. Сейчас я подойду к своему любимому большому боксеру парню, и мы вместе с ним пойдем на бокс. Он мне подарит электрошокер, как и обещал в прошлый раз. Вот. И еще помимо этого, он позовет своих друзей, которые как раз после тренировки уставшие, злые и очень сильно хотят набить. Почему он это говорит? Ебало. Блин. Их слов не знаешь. У меня выпускной, мне можно все. Она должна была сказать, мне похуй. Вот вроде так нормально, а когда вроде берешь как... Я про салат. Так нормально, а... Идите в прикол? Жопу. А. Все, идите в жопу. Не смешно, парни. Нет, я не то хотела сказать. Типа когда... Ой, ну вас нахер. У него волосы красивые. Это Гекс? Камера аж хуярится от шока. Кто в бане? За что Гекс и Кыцу забанили? Вы хотите со мной мое же интервью посмотреть, не? Если хотите, посмотрим, но типа мне кажется, это не очень контент. Ну, это типа мое мнение. Не знаю. Мне кажется, нет, давайте не будем. Я не хочу, ребят, не хочу. Я все проебалась. Ну, ничего похожего на половник я, к сожалению, не нашел, поэтому придется ебашить на глаз. Тарелка. Он сейчас серьезно? Он перельет, да, наверное? На глаз.
Что это за игра? Где бан? Да нет бана. Не беги, ты замерзнешь и заболеешь и умрешь на. Вау, вау. Сейчас собаку угробит. Контент, нереальный. Ой, это парк Горького, да? Что вы чувствуете после этого безумного поступка? Умри. Собака крутая. Ремонтные работы. Проход закрыт. Пути обхода по улице Малыша, улице Куйбышева. Спасибо, Григорян. Это как это? Это... Какое-то несоответствие. Спасибо большое, Санс. Как бы закрыт, но не совсем. А, ну да, я так и поняла, в принципе. Это выломали, короче, наверное. Я видела похожее. Пикачу? Пика-пика. Пикачу, проснись. Пикачу, алло. Господи. Такой зойка. Господи, как мило. Убегаем сейчас в подвал. Вот этот подвал. Что, сейчас страшно будет? Чем глаза закрыл? Это разве хоррор какой-то? Это мне сообщение. Да господи. Это мне сообщение пришло, если что, ребят. Попущенная игра, блядь! Ой. Такие моменты напряженно ненавижу в фильмах. Ой, в фильмах, в играх, извиняюсь. Блядь. Опять чел, который рейджит по КД. Сейчас он опять его... Сейчас опять, да, проебет миссию? Стрелять. Блять, лол, тумана насрало. Еси. Блять! Ёбаный в рот. Всё, блять. Я открыл дверь! Ярик, вырубай. Я открыл дверь! Доминейтинг. О, мне нравится озвучка доната. Сколько интересно в децибелах это, блядь. Опять хор, да? Как думаете? Спасибо большое. Нихуя себе здесь. Я отвечу после, ладно? Два входа. После. Это опять Layers of Fear. Все начали играть в нее? Алло! Алло! Это Негро? Прикинь, сейчас выглядывает голова просто, блядь, я не знаю, кого, ну, алло! Блядь, ты дурак, нахуй! Иди в жопу, уйди отсюда, блядь! Иди нахуй! Иди, нахуй так жизненно! Свалишь и нахуй, блядь, дурак, блядь! Смотрим страшный хуй, и хуй ты алло каешь, блядь! Ой, это ласка, да? Ебать, пиздец! 27 мая. Чебуреки из баранины. Ебать, тут чебурек. Пиздец. Я вспомнил. Ебать, он, правда, весь каменный стал. Он у вас ест? Фу. Как сухарики на звук, знаете? Нормально. О, видишь? Ой, господи. А хули он потек? Вот видишь, я про это и говорил. Я ведь спасибо даже... Спасибо огромное, я прочитаю, извиняюсь. Я знаю, я тебе ничего не говорю. Проблема в том, что они зашли вдвоем и сели, типа, почти вместе. Я думал, вдруг они знакомые, и он на дне рофлит. А, или вдруг он реально вор. Я такой, блядь, а что мне делать? Если я ему скажу, смотрите, он нас ворует, она скажет, типа, это мой муж. И он, типа, шутит, а вся маршрутка надо мной посмеется. И я решил промолчать. В итоге он спиздил у нее кошелек и вышел на следующую остановку. Это маски пойдем, такие? Мне, кстати, такие маски, я пыталась их тестить, но из-за того, что у меня лица не видно, короче, типа, она не берет мое лицо. Натаха деревяха. Я Натаха деревяха, а тебя как? Мои славики. Ну, выглядит мемно, выглядит очень мемно. Начал? Чё? Ну что выберешь, он поест или ты? Вы Таня Мяу? Войны терзания безжалостен рой. Блять. Ебать, я испугалась. Пизду, не играю больше. Ладно, моя очередь тогда. Сдалась. Это чел, когда творит какую-то херню. Клевая песня, кстати.
Это халат? Это концовка, видимо. Он не успел свалить. Кто смотрел, молодец. Мои супер-супер трушные танцы.